Привет, друзья! Наконец-то сегодня сходила в банк, уладила свои пенсионные дела и зашла в магазин Евроопт. И посмотрите, чего я накупила. Чек на 63 рубля 7 копеек. Так, хлебушка кусочек купила. Сердце это я купила не Евроопте, свежее говяжье сердце. Посмотрите, какое шикарное. Это я купила в магазине от Столбцовского райпо. Вот такая красота. Курочка в Евроопте была. 5,21 для пенсионеров цена такая. Детские салфетки влажные. 4 лимончика купила. Купила 2 творожка 5%. На всякий случай, вдруг уже не будет творожка, потому что коробка пойдет скоро в запуск. Так, 2 авокадо вот таких красивеньких купила. Туалетную бумагу. Вот такие шикарные, посмотрите, крупнючие шампиньоны были на скидках. 2 пачечки хлебцов бородинские и ржаные. Мне нравятся вкусненькие такие. Черносливчика немножко купила опять. На скидках были орешки кешью, взяла чуть-чуть, потому что грецкие заканчиваются, надо идти туда далеко, потому что в Европе дорогие. И этот самый, и лавашек. Все вроде бы. Все выложила на стол, чтобы долго не занимать ваше время. Быстренько вам все показать, рассказать. Кто-то мне написал вчера, что у меня на столе бардачелло. Ну ладно, бардачелло так бардачелло. Но я не могу отсюда убрать воду. Она у меня должна быть под рукой. Здесь стоит у меня, вот видите, рюмочка, валокордин на всякий случай, если сердцем плохо. Мои таблетки, мои лекарства здесь только. И лекарства кошечки, чтобы не забыть их дать. Поэтому мне они здесь совершенно не мешают. А кому мешает, тут пусть не смотрит на мой стол. Вот такие дела, друзья. Все. А вам желаю крепкого здоровья. Ой, забыла еще сказать самое важное. Мойву купила. Мне так захотелось мойвы. Свежемороженое. Посмотрите, я уже положила ее в мойку размораживать. Так мойвы хотелось. Она сегодня как раз была на скидках по 5,99. Ну что, скумбрия дорогущая, по 8 рублей с чем-то. Вообще аховая цена. Так что сегодня я ее и поджарю, наверное, себе на ужин. Эту мойвочку красивую. Так что все, друзья. Асенька моя, он намывается, сидит, ждала меня дома. А вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших начинаниях, друзья. Всем пока!